Во Владимире проходит 5-й медицинский форум «Золотые ворота». Его цель – обсудить новые технологии в области медицины и применить их на территории нашего региона. Была, значит, секция терапевтического профиля, где рассматривали технологии, современные технологии лечения заболеваний терапевтического профиля. Акушерство и гинекологии – то же самое. Вот директор Ивановского института материнства и детства приехала, она постоянно принимает участие в наших мероприятиях. То есть вот такой форум. Мы от него многого ожидаем. В числе участников форума представители московских медицинских вузов, а также специалисты из регионов соседей – Иваново, Твери, Нижнего Новгорода. Нововведение этого форума – секция по организации здравоохранения. Очень емкие, очень глубокие были доклады, которые не только поставили проблемы, касаемо организации здравоохранения и медицинской помощи населению Владимирской области, но и предлагали свои оригинальные пути решения. И вот для нас, как я приехала сюда с коллегами, для нас, как организаторов здравоохранения, очень важно было этот опыт уловить и услышать, для того, чтобы можно было дальше что-то подсказать другим субъектам Российской Федерации, вот, пути решения таких проблем. Главной проблемой медицины в нашем регионе, как и в других областях, по-прежнему является нехватка кадров. Врачи и медсестры работают с большой нагрузкой, а пациенты недовольны тем, что не удается быстро попасть к специалисту. Нам, в принципе, нужно решить проблему, вообще повысить престижность профессии и врача, и среднего медицинского работника. Потому что не секрет, что у нас сейчас масса молодых людей, которые хотят и поступают в медицинские вузы, а работать некому. Поэтому вот важно, чтобы у нас условия жизни были более-менее равными в субъектах, условия для карьеры, для профессионального роста. Немаловажный вопрос – организации первичной медицинской помощи. Именно на ее базе строится вся остальная медицинская служба. Мы, конечно, нацелены сейчас все на совершенствование этого вида медицинской помощи, на повышение квалификации врачей, участковых, да, всех, и терапевтов, и врачей, вообще практики, и педиатров. Но комплектование кадрами и врачебными, и средним медицинским персоналом, медицинскими сестрами, фельдшерами, потому что они несут на себе огромный пласт работы. Сейчас, конечно, упор делается на профилактическую работу. В рамках форума запланировано более 50 докладов, работа секций и круглых столов. Татьяна Гордеева, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.